Вань, Вань, а у тебя есть какие-то грехи? Нет. С вами Гончар ТВ, и мы узнаем, кто же на Мистер и Мисс Физтех 2017 имеет свой смертный грешок. Такой вопрос. Если ты вдруг проиграешь, предашься ли ты последнему, седьмому греху уныния? Нет, я быстро в клуб и сразу похоть. Если бы у тебя была возможность быть грехом, каким бы ты была? Чревоугодие было бы слишком банально, поэтому чревоугодие. Да. Часто ли ты с этими семью грехами встречаешься в повседневной жизни? В повседневной жизни, я думаю, часто. Но распрощаться с ними пока не получается, к сожалению. А помеха в чем? В моем 8-м смертном грехе, я считаю, это лень. True, so we stand up tall like the ice mountain peak and shine brighter than the sun. Another Yanivi production, alongside Metric Man, Global! I see Rogers is the road is longer than a mile. He is a funny, this up, but it is for a while. Now I run them on the team in a good season style. Skull and bounce never lay up on the profile. It's unity, I believe, cause it's worthwhile. It'll be like them plans, man, on a is worldwide. Rogers stand fight, never run, never hide. Здравствуйте, ребята, представьтесь. Валера. Кристиан. Вау, прям как Роналдо. И вообще, вы пришли на Мистер и Мисс Физтех, я правильно понимаю? За кого вы пришли болеть? За Евгению Пригорницкого. То же самое. То же самое. А, вообще, есть ли у вас какой-то фаворит конкретный, помимо Евгения? Вы видите? Помимо Евгения? Ну, конечно же, Евгений на первом месте. Мистер Физтех 2017. Так. Какие слова ты бы хотела им сказать? Ну, прежде всего, они проделали такой непростой путь к этой победе. Они готовились, не покладая рук, работали длительное время, старались. И хочется, чтобы как бы, вот этот вот труд, который они вложили, чтобы он остался у них в памяти на долгие годы. И они, им было о чем рассказать своим внукам. Вот так. Здорово, супер.
Какие чувства у вас вот сегодня переполняют какие-то чувства, вот, что вы сегодня лишаетесь этого данного титула «Мистер Физтех 2016»? Да, вы честно, в прошлом, да. Понимаешь, это да. Ты в прошлом, все. В прошлом, да. Честно, очень обидно, хотелось бы быть мистером Физтех навсегда. Вот мне не хватает, когда, ну, вот этих вот криков, возгласов, когда я захожу просто в зал и все кричат «Сокол, Сокол», да. Три-четыре. Шелфо Гончар ТВ.